Приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на YouTube вокруг Крыма. Ребят, не знаю, вот все вам показывают там метели, мы тоже, кстати, вчера показывали. А сегодня мы вам покажем, я покажу вам зимнее море. Зимнее Судакское Черное море. Смотрите, снег на пляже. Это довольно редкое явление, так как в Крыму снег реально очень редко, тем более в наших вот этих городочках, городках, которые, ну, возле моря находятся. Никого нет и снег. На улице сегодня минус 6 градусов сейчас, вот, ехал в машине. Минус 6, это довольно, как бы, для нас немало. И пролетает вот мелкий снежочек. Видите, вот, если вам видно, смотрите, как пролетает. Не знаю, камера передает такое, нет. Новый свет у нас, скорее всего, в новом свете, вот, скорее всего, он снег идет. Посмотрите, просто там дымка. Смотрите, Алчак в снегу. Так что это тоже можно считать за очень редкие кадры. Я уже еще раз повторюсь, для нас это явление такое редкое. Крепость в снегу, горы в снегу. Красота. Вы в конце видеоролика увидите весь релакс. Это по просьбам всех тех людей, которые очень любят Судак, которые уже, как говорят, нам пишут, жизнь без него не могут. Так. Главное, чтобы нас здесь ветер не подтопило, потому что здесь просто небольшие волны, и они доходят прям до конца. Ребят, пишите, конечно, обратная связь нам очень нужна. Будем побольше снимать вам море, конечно. Вот как в этом видеоролике. С разных ракурсов вам сделаем релакс-видео. Там и на Алчак, и на крепость, шум моря. Думаю, вам понравится все. Смотрите. Какая красотень. Воздух, насколько чистый и свежий, я просто вам не могу передать. Не знаю даже, как вам и передать это. Плохо, что нет таких технологий. Сейчас пройдемся по набережной. Потому что заснеженная Судакская набережная, это не менее тоже редкое явление. Ох ты, здесь уже, наверное, накатали, каток сделали. Ну да, кстати, вот лед прям. Наверное, вчера здесь тоже было много людей. Я думаю, намного больше, чем в Приморском, где мы были вчера с вами. Вы видели этот видеоролик. А здесь вот раньше, ребят, вы сидели здесь, отдыхали. Жаркий вечерочек, жаркий день после пляжа. С бутылочкой холодненького пивка или мороженого. Под этими вот навесиками, на этих вот лавочках, в плавках, в купальниках. А сегодня в шубах, в куртках, в пуховиках. Я вам вообще валенки, ну не валенки, а какие-то вот эти сапоги одел, которыми, в которых в лес хожу, потому что они меня там только спасают. Так, ребят, вот пришло время и спускаемся на всеми любимый, всеми известный центральный пляж Судака. Лесенка есть. Смотрите, вот бригантина. Смотрите, как вымыло песочек весь. Раньше я помню здесь, ну я не знаю, точно не помню, опорную стенку строили. Не могу вспомнить точно когда. Помню, что она уже обваливалась, ее еще раз перестраивали. Штормом ее туда разбило. А помню, что пляж был здесь широкий. Все, начался опять. Снег идет, пролетает.
Насколько это, если честно, классно, вот по кайфу именно так выражусь, ходить зимой в мороз по пляжу с камерой в руке. Да, очень круто. Не знаю, вот завтра крещение, как бы, да, должны быть народные купания, но все отменили. Подготовки никакой нет. Обычно здесь устанавливают палатки. Ну, прошлогоднее видео, кто не видел, можете посмотреть крещение, как мы купались. Здесь устанавливаются две палатки, женская, мужская. Ну, с отоплением, там буржуечки, это МЧСники выставляют их. Буржуечки на дровишках, подтапливают, все тепло, культурно. Зашел, разделся, пошел, окунулся в море, вернулся, обтерся, оделся и ушел. В этом году вроде бы как все везде отменили. Ребята, не забывайте поделиться этим видеороликом у себя в соцсетях, в своих мессенджерах, чтобы ваши друзья и знакомые тоже увидели снежный судак, заснеженный прям, так можно сказать, что очень редко для судака, потому что они тоже отдыхали здесь. Им тоже интересно, что здесь происходит зимой. А зимой здесь вот так вот все происходит. Море не замерзает. Так, немножечко проедем по судакским улицам, по вашим любимым, где вы, ну, где вы все жили, многие из вас. Thank you.
Thank you.